Главные новости из мира моды высоких технологий пришли из американского Купертино. Законодатель трендов Apple показала новинки года. Главная премьера iPhone X как римская десятка. Модель выпустили в честь круглой даты. Это 10-я презентация с тех пор, как Стив Джобс показал первый iPhone. Причем тогда гаджет, который определил будущее всех смартфонов, конкуренты ругали. Называли слабым и бесполезным. В 10-й модели компания в буквальном смысле вышла за рамки. Впервые экран занял все пространство смартфона. Вместо кнопки «Домой» достаточно провести по дисплею. В прошлом остался и сканер отпечатка пальца. Телефон должен узнавать владельца в лицо, но он отказался. Новая функция подвела создатели прямо на презентации. Вот iPhone 10. Разблокировать его так же просто, как взглянуть на него. Попробуем еще раз. Перейдем к запасному девайсу. Надеемся, что к началу продаж все будет исправлено. iPhone X станет и самым дорогим телефоном компании. Его начальная цена $1000. На презентации показали также новый iPhone 8 и 8 Plus. Однако фанатов они не впечатлили. Модели мало отличаются от предыдущих. Пользователи сети шутят, эти телефоны устарели еще до премьеры.